Посмотрим, как вы работаете у нас. Миша, 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 туда ногами. Миша, а ты покачай шею. Ты не переворот делай, ты встань на мост, шею покачай. У меня получилось. Да? А ну? Да. Вот, смотрим. Так, Андрей, кто еще может так сделать? Я. Давай, показывай. Артем, кто еще может так сделать? Я могу. Ну, давай, Попов, показывай. Есть. Кто еще может сделать? Ножками печорь, туда. Кто еще может? Забулика может? Нет. Нет. Может, Артем? Нет. Можешь? Я могу. Нет. Я могу. Миша, можешь? Вот так? Могу. Вот так же я могу. Вот, молодец. Вот так? Вадим, можешь? Я. Вот так же я могу. Нет. Нет. На мостик сразу становится. Хорошо. Мате, Артемчик, дай страховку стынга шедряпта. На спине, справа налево. Уже дай. Пошли. Страховочку. Хорошо. Мате. Ушли, сели. Остался Андрей и Артем. Значит, садитесь, мальчики. Садитесь. Значит, вот смотри, в партере, какой лучше всего, вот какие приемы лучше дать им? Им надо легкие дать в то же время. Удушающие им. Они еще задушат и уйдут домой. Как обычно борются в партере? Может быть, а? Ключ, еще что можно? Переворот за захват за одежду. Вот. Переворот. И вот смотрите, мы сейчас будем, если бороться одну схватку в партере, то не будет же один лежать, а другой сидеть, да? Давайте мы на коленях, вот становись, Андрюша, на колени. Перед, вот с ним, да? Вот если вы будете бороться, вот что, например, ты будешь делать, Артем? Какой прием? Раз, сюда. Хорошо. А Андрей что может? Еще какой? Выведение из равновесия отсюда. Я взялся шею. Вот, умница. Еще раз покажи. Мальчики, посмотрите внимательно. Захват. Раз. Только единственное, что нельзя падать на... Андрей, ты больной? Нет? Тогда сядь и смотри. Еще раз. Смотрите, где тут ценник код? Хоп. И удержание. Еще развернитесь. Еще развернитесь. Смотрите внимательно. Посмотрите. И оп, и удержание. Вопросы есть? Встали, я сейчас разобью вас по парам. Встали. Так, Мишка, идешь с Артемом. Так. Встали, нет. Ты маленький, он большой. Нет, ты маленький, он большой. Встали, встали, встали. Так, Мариус. Мариус, возьми его. Вадим, Мариус, нет. Так, Костик, ты пойдешь с Мишей. Так, раз. Стоп, стоп. Один, два, три. Батур, чинч. Сейчас, стоп. Мате, Мате. Так, Розна, Андрей, ты идешь вот к нему. Андрей. Подожди, подожди, встань, встань, встань. Сейчас, одну секундочку. Так, вы вдвоем. Вадим, идешь к нему. Ты, учитель, ходишь и поправляешь. Идите сюда. Идите туда. А вы здесь, они на себе. Пашина? Пошли. Выведение равновесия с переходом на удержание. Удержание. Сесть нужно. Взять за... Пожалуйста. Первый номер. Юрий Александрович. Засекает. Первый номер делает. Первый номер делает. Пожалуйста. Выведение на проверение. Эй! Как это будет, Андрей? Ты первый делаешь, что ты ничего. Халкрят, Андрей. Вот посмотри, он вообще не правильный. Сейчас подожди. Thank you.
Смотрите, ноги вперед, вперед, ноги. Первый. Сколько? 2 минуты. Первый. Мы нужно знать, какой размер кроссовок. Да. Где ваш? Мы сами придем и... Да, ладно. Мы можем быстро выбрать. А? Мы можем быстро выбрать. Мариус, цени битву, Доволен. Вот так умница. Хоп, хоп, хоп. Андрюха, давай его. Мочи. Мате. Баскин бас, номер доля. Пасухов. Убить его надо. Берет наоборот все делает. Второй номер. Покажи Артему. Хаджи. Второй номер. Докладывай. Давай. И сюда, ко мне. Оп, оп, и убежали. Сядь. Еще раз. О, три. Не отпускай. Еще раз. Давай, прием. Оп. Здесь, хорошо здесь, хорошо здесь. Ну, не на него. Нашел, пользу. Давай, давай, давай. Смотрите, вот толкаю
есть и на эти, есть и на поле. Смотрите, оп, я все поле. Аджа, первый номер. Выведение равновесия толчком. И вперед идем, вперед, 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 и удержали. Подвиньтесь, подвиньтесь. Нет, чем-то. Еще. Так, смотрите внимательно. Значит так, смотрите внимательно. Взяли за два. Сейчас по команде Кожмэ начинает бороться. Задача сделать удержание. Или стынга, прятки или наити на пой и сделать удержание. Удержание мы знаем. Дождь здесь в секунде и пол. 20 секунд. Глазарь, семечка. 15 секунд. Юка. И меньше все это не считает. Итак, смотрим. Стоп, кстати, смотрим. Спиной. Вот. Значит, готовы? Аджиме, вот смотрите, вот они друг друга. Вот эти два приема делают. Вот видите, вправо, влево. Вот они стараются. Хоп, хоп, хоп. Можно и на инди, и на пой. Стынь, дряпка, хоп. И делают движение. Асайкоми, держи. Асайкоми. Артем старается уходить. Нога
отношения. Запрещено. Когда я говорю, вот смотрите, они, вы много борются, чуть-чуть переворачиваете, и ты берешь его двумя головой, не можешь. Ты берешь двумя руками за шею. Я останавливаю. Так, внимание сюда. Хочу. Вот они борются, борются, борются. Раз. Артема перевернули и наоборот разворачиваются сюда. Еще поворачиваются. Стоп. А теперь смотрите. Стоп, не двигайся. Можно держать. Держать. Стоп, 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 стоп. Можно держать гриду и торс. Вот смотрите, сейчас Андрей берет. Посмотрите, этой рукой за шею возьми. За шею, а то за руку. Вот. Это первое удержание. Второе удержание. Вот этой рукой за туловище. Цени торс, цени мыну. Цени мыну. Нет. Вот, вот этой рукой. Цени. Не мою, его. Вот. Нет, а это торс. Торс. Вот. Или не можно держать. Можно держать. Мате. А теперь возьми двумя руками за шею. Это и это, за шею. Посмотрите. А сейчас он с двумя руками. Положи вот эту руку перед за шею. Вот. Видите, он за шею держит. Смотрите как. Значит, он может, я останавливаю схватку. Мапе. Вы встаете. Один сюда, другой сюда. Сюда. Он берет двумя руками за шею, что запрещается. Я ему даю замечание. Шидо. Потом они продолжают двигаться. Значит, что нельзя делать? Нельзя хватать за пальцы. Нельзя хватать руки. Нельзя вот так вот. Иди изнутри захватывать. Ни штаны, ни курточку. Нельзя скручивать. Иди скручивать. Нельзя держать вот так за пояс. Так. Нельзя вот отсюда штаны хватать вот так. Можно держать? В партере можно держать штаны. Стойки нет. Понятно, да? И сейчас мы начнем браться в партере. Берем захват, как они взяли, цели перевязать волны. Хоп-хоп-хоп. И постараться сделать удержание. Наше владение решать. У меня есть волшебная палочка. Доктор Пилюлькин. Хоп-хоп-хоп. Да, доктор Пилюлькин придет с уколом. Это сейчас Миша борется по суполу. Нет, уходите туда. Вот там. Вот там. Садись. Вон туда. Просто борется с Поповым. Смотрите,
смотрите внимательно. Он может придерживать удержание. Но есть там такая, как это называется, фишка. Фишка. То есть, если у Артема нога находится, вот иди сюда, Артем, с той стороны между ног. Если Артем берет, ты мне здесь вот прижался, делает удержание, то не считает, потому что я смотрите, ноги скрестил. Вадим, это тебя касается. Вот сейчас, стоп, перенеси одну. Да. Вот, вот такое положение было. Если вот ты захватил одну ногу у него вот так, то удержание не считается. Садись сюда. Садись на удержание. Вот смотрите, он делает удержание, Артем, а ногу назад убрал, вот сюда. Вот сюда. Видите, я захватил ногу, оп, скрестил. Все. Удержание не считается. Приготовились? Миша ушел. Артем сюда. Приготовились. Синий призрак. 30 секунд. И хаджимен. Положи соперника на лопатки. Ногу могу скрести. Не считается удержание. Вытаскивай ногу. Ушел, заправился, вышел Миша. Я поправился. Поправился. Проигрываешь. Приготовились еще раз. Еще раз. Вот Богдан, Данила, он лег и прижал к себе, лежит на спине и сильно держит Андрея. Зачем? Ты же проигрываешь. Надо его отталкивать и уходить. Низкий, высокий партер, партер сус, партер жесткий. Прикатешка. Потерся и хаджимен. Цени, держи, держи, 25 секунд, держи. Все, держать, держать. И считается удержание, что ты ему держишь? Вытаскивай ногу, вытаскивай ногу, держи. Миша, стоит, стоит. Держать, держать, держать. Стоп, мама, не двигайся. Стоп. Так, Андрей, нет удержания. Итак, отпусти его, Андрюша. Итак, ты выигрываешь. У него молодец, удержание. Здесь. Артем, молодец, отпусти. Как он тренируется, как мешок, так и проигрывает. Что вот вы вдвоем тренируетесь, его попроигрываете, пацан. Молодец, Артем. Что вы встали? Так, и здесь Артем держит. Молодец. Ушли туда, сели. Что? Да, да. Так, Артем сюда, пожалуйста. Остальные туда сели. Миша, а если придет твои родители, придут, и придут мальчики, сковышат с этого, и ты будешь так проигрывать? Все, поздно. Вот туда сели. Так что будешь проигрывать, да? Я и боюсь поэтому приглашать. А то вы все попадаете еще, ударитесь, то будете ходить плакать. Скажете, о, я боец, это их упал, ударился. И что я там дальше жить? Так. Этот прием вы все знаете, да? Когда мы выводим. Раз, оп, и делаем. Но в борьбе он не очень хороший. Не очень хороший. Какой прием? Так, Бенубач, сядь туда. Миша, сядь, я стою. У него попки, наверное, шило. Иголочка, наверное. Значит, еще раз. Этот прием, ну не прием, этот, он хороший прием, когда соперник трус и бегает назад. Тогда да, можно раз это сделать бросок. А когда он соперник смотрит на тебя, я тебя съем.
спину с колен. Да, через спину с колен, но не маленький, им пока нельзя. Если можно, хорошо. А переднюю подножку. Еще раз показываю. Значит, поклониться, взять захват, встать боком. Видите, одна нога между двух. Она уже. Вот как вы его тесните? Посмотрите. Видите, я его тесню. Что он делает? А он на меня идет. Он меня. Вот. Значит, что? Вот эту ногу я убираю, да? Раз, оп. Бросок. Это самый легкий бросок. Давай еще раз. Еще, видите, я его толкаю. Вот, вот. Я туда подошел. Оп. Это называется подхват на две ноги. Ценим. Теперь смотрите. Теперь наоборот. Артем меня толкает. Иди. Иди. Давай, толкай. Вот бросок. Вот этот бросок. Называется. Рука если умер, между ними. Вы не имеете права делать. Не имеете. Бросок через спину с колен. Вы не имеете права делать. По-японски называется сёвайнаги. Да, я каждому дам, каждый выучит и будет знать, как называется. Встань. Вот сюда встань. Каждый должен знать бросок и как он называется. Вот этот бросок вы не имеете права делать. Объясняю почему. Противник не умеет делать кувырок, падает на голову и ломает себе уши. Потому что мозгов нет. Поэтому не разрешается. Так, значит, еще раз посмотрите внимательно. Артем становится, вы берете захват. Посмотрите, отворот, локоть, фронтальная сторона. Вот. Или это левосторонний захват, или правосторонний захват. Все равно, но одна нога впереди. Второе движение. Шагаем. Видите, как получается. Руку к себе. И третье движение. Просто ногу выпрямляем. Хоп. И держим соперника. Не так, чтобы вы падали. Еще раз показываю. Только фронтала. Нога. Папа, видите, движение. Как это называется? Шофер. Хоп. Баранка. Ключок. Хоп. Нога. Хоп. И все. Форсочек есть. Пожалуйста, Артем, сюда. Так, сейчас я разбиваю по парам. И вы работаете. Так. Миша, сюда. Разбегали. Так, стоп. Хороший парень Андрей. Андрей, Роза. Прошу вас. Вот туда. Да. Да. Можно я сварю? Ты сварился? Давай сваримся. Ты с Дубликой? Давай с Дубликой. Артем с Костей. Артем с Костей. Белый пачек. Белый пачек. Идешь с Костей. Хаджина первый номер делает. И сядь. Забулика. Ку-ку. Есть твой партнер. Пожалуйста. Красиво. Посмотри, мы сейчас потом тебе покажем. Вот так, Миша, молодец. Мишенька, ты скажи ему, Вадим, наклонись чуть-чуть вверх. Всегда ему легко будет падать. А он вот так сидит, ему тяжело. А, молодец, Валерус. Что? Первый. Хаджин первый. Молодец, Мишенька. Вот, Костя, это больше было хорошо. Падал. Нужно как? Вот, Андрей. Вот, вот так. Поэтому он может удариться. Миша, вставай, работай. У меня Еще у тебя. Мишка, ножки шире. Вот так, развернись еще чуть-чуть. Чтобы не летал.
научился пределом. Каждый сейчас встанет на красную линию. И вот это упражнение будет делать. Посмотрите внимательно. Вот я становлюсь. Видите ноги. Теперь я меняю положение. Смотрите. Раз. Два. Три. Четыре. Пожалуйста. Так, еще раз развяжется. Да, попробуй. Не шаич. Не, не шаич. Артем, ай, грязный. Иди сюда, иди сюда. Обойди, Роза, туда. Вот туда. Так, нет, разворачивайся. Стоп! Еще раз посмотрите. Видите носочек, и один, и второй. Теперь я подставляю, поворачиваюсь, и ногу назад. Получается, раз, два. Видишь, как я стою, да? Раз, поворачивайся. Раз. Раз. Пожалуйста. Нет. Так, води его. Стрепка, слишком ты мой. Что ж ты прыгаешь? Поставь ножку, поверни все сюда. Вот. Раз. Раз, поставил. Хоп, и сюда. Давай. Отлично. Сюда. Не смотрись. День хороший. Становись. Окей. Сделай. Раз. Два. Сюда, раз, два, три. Стоп, смотри, еще раз вместе со мной. Вместе со мной, встали по линии ручки. Подставили ножку. Ноги вместе. Повернулись. Не надо так высоко. И ножку назад. Теперь ближе. Разворачиваемся и ножку назад. Раз, два. И раз, и два. И три. Четыре. Нет, неправильно, Миша. Делай. Раз, два, три. Теперь чуть быстрее. Раз, два, три. Раз, два, три. Теперь раз, два, три, четыре. А ну, хвостик. Поворачивайся. Матя. Кто с кем был встали? Пошел, первый же номер. Еще раз, берете захват, делаете раз и бросочек. Так, конец. А что за бросок? И бросок. Так, аккуратненько. Цель приза. Белый плащ, Андрей. Сюда. Смотри, ты сейчас делаешь так, стоишь, садишься на колени. И встаешь. Подавай, подъем. Нет, не падай на спину, смотри. Видишь, ручку? Раз, потихонечку, потихонечку. Ложись, ложись, ложись. Оп, оп. Теперь ручку поближе. Вот, умница. Смотри. Баскетбол номер Доля. 20 справа, 20 слева. Нет. Руку сгибай. А ты бум падаешь, ударяешься. Давай, давай. Посмотри. Ты ставишь руку сюда и руками. Такой раз и все. Раз, два. Ты делаешь что наоборот. Ой, не трогай. Ой.
Габи, ты кросс бегаешь? Много бегаешь? Иногда, раз в месяц, да? Раз, два. Ну, сколько раз в неделю? Хорошо. Матаем. Один раз в неделю или один раз в месяц? Так, внимание сюда. Внимание сюда. Пастухов. Надо было сюда. Больше. Меньше сюда. О! Возьми Галю. Габи! Галя пришла. Галя пришла. Вместе будете качать. Идите побегать. Пастухов сюда. Меньше сюда. Артём сюда! Ротно сюда! Ну что ты сейчас, там первый. Не Артём, а Андрюша. Попов. На улице зима, на улице весна. Ну иди, надо бегать. Надо бегать. Дальше! Бег. Миша сюда. С кем ты был? Смотрелся? Ну иди качайся. Ага, Вадим Забулика сюда. Скакал. Пожалуйста, сюда. Зайди левым. Мариус сюда. Да. Андрей, на стенку увидишь. Так. И вешают. Андрей туда. Андрей туда. И Галя тоже возьми. Костя сюда. Итак, две команды. Костя, ты там. Хорошо. Две команды. Костик туда, Костик туда. Итак, две команды. Почему не заправлен Забулика? Забулика. Почему Костя не заправлен? Репите, давай, время у нас нет. 3 секунды. Еще раз, боец. Сегодня среда, пятница. И в понедельник у нас медосмотр. Кто не пройдет медосмотр, если я не смогу допустить тренировки, вам придется брать родителей и ехать на ботаник. Я думаю, родители не будут в радости. Или оплатите проезд доктора сюда, на такси. Обратно на такси, кофе, бублики, чай. Да, тогда врач приедет. Иди сюда, красавчик. О, красавчик. Молодец, Костик. Чтобы так завязывать, ты должен быть очень толстый. Очень. Итак, Миша, ваша как команда называется? Победа! Победа! Нет, Артём! Победа! Молчи! Победа! Фульджи! Фульджи! Команда... Фульджи! Фульджи! Команда... Уже Фульджи! Команда... Победа! Как вам зовут? Виктория! Виктория берет два мешка, и вот там становится, ставит и садится. Команда Фульджи садится сюда. Поднимайся, поднимай Мишу. Джуди, поставьте туда. Поставьте туда дальше. Поставьте туда. Капитан команды, подними команду. Отсади сюда. Это... Не, мальчик, чуть-чуть дальше. Потому что да. Итак, болеем друг за друга. Правила такие. Значит, за выход за ковер. Один. Шидо. Второй раз выходишь за ковер. Шидо. Второе. Это как юга. Ставите на колено. Ничего вам не дается. Противник должен сделать выведение из равновесия и удержание. Удержание! Цене 3 секунды я даю ипон. Хотя ипон 25 секунд. 3 секунды вы должны держать. Или 5. Вот я посмотрю. Давайте 4 секунды. 5 секунд делаем удержание. 5. Значит, мы будем бороться. Ну, до 100. Зачем 100? Меньше. 1 минута. Бросок со стойки. Любой. То ли на бок, это юка. То ли на спину, на бок, базаре. То ли очень красивый бросок на ипон. Встреча будет сразу заканчиваться. Мишенька, присядь.
и Виктория, и Дзюдики. Так, поступок. Барашка, прошу вас. Пастухов, барашка. Ре? Можно поддерживать. С колен нельзя делать. С колен нельзя, он большой. Значит так, выход за ковер. Шида. Второй выход за ковер. Второй шида. Это юбка. Я останавливаю схватку. Если вы падаете на юбка вазари или пот, я останавливаю, говорю, юка, сорамате. Сорамате, конец схватки. Я даю победу. Хотя только при японе. И удержание. 5 секунд. 5 секунд. И бон. Приготовились. Хаджи. 1 минута. Шида. Хаджи. А я в чем? Тишка, не бегай за ним. Клобук. Тихо. Команда судите. Тихо. На примере эти схватки. Никогда не отдавайте свою шею. Никогда. Иди сюда. Посмотрите. Вот возьми меня. Вот вы отдали шею. Стоп. Трогай там нога, блядь. Вы упали. Все, проиграли. Что нужно делать? Бери меня за шею. Я головой упираюсь. Видите куда? Посмотрите. Плечо ему. Плечо. Первое. Еще раз. Вот так нырять нельзя. Сразу шида будет. Это как будто от борьбы уходишь. Первое, держите локоть. Второе, поднимите плечи. И у вас есть лоб? Вот, держите лбом. И под 1-0 команды Дзюдики. Поклонились уши. Розно. Попробуй. Если 1 минута выдерживаешь, он больше занимается, значит победа дается тебе. Ре. Колен нельзя, и чемпионятку нельзя. Передняя подножка. Хаджи. И выведение. Дальше боитесь, дальше. Стоп. Сюда. И помни. Поклонились. Ушли. Вот она передняя подножка. Красавец. Молодец, Андрюха. 2-0. На ковер приглашается Вадим Забулика. И кто с ним? Мишка Труца. Приготовились? Приготовились, прошу. Вадим. А ну, Вадимчик, покажи его. Вадим, ну смотри, ну смотри, ну смотри, ну смотри, кого мы за них. Вадим, ну давай. Ему не надо. Ну, вот дальше, не туда. Ну, Мишка, давай. Забулика шида, Забулика закалял. Хаджи. Давай. Ну, смотри. Передний подмост. Мишка, давай, ну, смотри. Бэй подмостку, бэй. Хорошо, Забулика, рука, давай, давай. Руку за шею. Ты не гиду, а? Еще. Если у взрослых они борются 5 минут, и дается еще
Еще дается 3 минуты дополнительного времени. До броска. Как только бросок, складка заканчивается. У вас была минута. Значит, я вам даю 30 секунд. А вот закончилось 30 секунд. И я уже тогда, тогда судья уже дает победу, раз не счет. Готовы? Приготовились. Чуть-чуть не выдержал. 2 секунды осталось. Итак, слева на стену. Слева. Мартыненко Марио, поклонились. Счет. Виктория Дзюдики. Дой, дой. Выходит главный. Да, надо кровь. Вот когда рассказывает, она вот так вышла, противник бросился, она упала сразу. Руки, руки. Вот считайте, что вы, ну, вам хотят лицо вас ударить. Вот так вы ручки должны держать. Чистым броском вывел схватку. Попов поклонились. Кто?
Можете хлопнуть по руке? Да. Значит, знаешь, мне что кажется немножечко, Даша? Ты очень сильно его пытал. Очень. То есть ты сильно туда очень бежал. Ты потихоньку, понимаешь? Надо очень сильно. Молодец, хорошо. Вовай! Итак, кто там ходит у нас? Что? Дарин тут, когда тренировки нет, не появляется. Шел качаться, не качается. Нет? Нафиг. А, у вас химия опять, да? Нет, мы курим. А, вы курить пошли, да? Качаться курим. А, так ты без него не можешь, да? А кушаешь без него, нет дома? Нет, ты кушаешь. Все, иди, Люша, иди. Нет его здесь. Следующее, Марио, а Вадим? Вадим Забуленко. Так, вот. Стоп. Значит, еще раз. Тяну. Бросайте вперед, будьте аккуратны. Андрюшенька, нельзя выходить на ковер. Ре, два, ноль, цюдики, качиваем. А ну, Вадим. Да, в этот раз Вадим отдал захват. Мишенька, сюда. Вадим отдал захват, поэтому победа досталась Мише. 3-0. Прошу вас. На ковер выходит Мариус, непобедимый. И Вадим, будущий чемпион мира. Ре? Хаджиме? Близко ножки поставил. То есть поставил. Он же все время так. Хорошо. И последняя схватка. Это Балмазан Цирку. Костик должен показать ему, что ваша команда тоже лучшая. На кого приглашается Балмазан Цирку? Кто? Все сюда. Лечим теоретик против спортив. Здравствуйте. И Костик, Унди. Где учишься? На чем? 95? Ага. И школа 95. Что ж ты ногу не убрал? Матер? Удержание? Так где же? Там переодеваться. Хорошо. Так, стоп. Команда, уйдите. Итак, первое замечание. Шида за выход на ковер участников. Команда, все. Будете выходить на ковер, дам еще одну шиду. И концовку маги сниму. Пожалуйста, болейте, но сидя там. Сейчас, одну секундочку. Итак, Андрей делал удержание. Удержание он сделал 5 секунд. 4 секунды, наверное. 4 секунды. Значит, а сколько должно быть в 5 секунде? А? 5. Значит, ничего нет. Ре. Хочу. Давай, Костя. Давай. Итак, сладко выиграл Сырбо Андрюша чистым броском. Меняешь захват. Такой захват, там такой захват. А он держится здесь. Поэтому он все и бросит. Не поменял бы, не бросил. Команды построились. А все, остановись. Хватит. Сюда, остановись. Ближе, ближе. Вот Артема надо научить бросок. Он хорошо борется, мне нравится, как он борется. Значит так. Каждый запомнит свои ошибки. Больше их не будет делать. А для того, чтобы еще не делать, нужно качаться. У вас есть вторник, есть четверг, есть суббота, воскресенье. Вы должны дома обязательно покачаться. Значит так, Андрюша, встань. Команду накажу, решу победу. Итак,
Первую встречу его команда Дзюдик, вторую команду Дзюдик, поэтому счет 2-0. Но вы хоронились хорошо, молодцы. Оленеля, Дреб, Оленеля. Так, Миша, мешочек, мешочек. Мешки убрали? А мешки, да. Да.